Приветствуем всех на нашем канале. Сегодня хотим поговорить с вами о том, кто же такие капуцины. Капуцин – это не макака или мартышка. Это вид приматов семейства цепкохвостых обезьян, обитающих в Южной Америке. Живут обезьяны в кронах гигантских тропических деревьев, где выискивают себе пропитание. Они всеядны. В рационе – фрукты, растения, насекомые, пауки, мелкие позвоночные. Род этих обезьян объединяет до 30 подвидов, группируемых в 4 вида. Ученые до сих пор ведут споры по этому поводу, поэтому мы назовем более распространенные. Белоплечие, плаксы и буры. Масянка относится к последним. Держатся капуцины группами в 10-30 особей на определенной территории. Все его члены заботятся о детенышах и в случаях опасности бросаются на выручку. Предводителем является высокоранговый самец. Однако он не претендует на всех самок, которые вольны выбирать любого самца в своей группе. Капуцинов называют широконосыми обезьянами из-за широкой перегородки между ноздрями. Противоположность обезьянам старого света, которых именуют узконосыми. Масянка, иди ко мне. Где моя девочка? Смотри-ка, у нас тоже обезьянка у нас есть. Свое название эти приматы получили от сходства с одеянием монахов-капуцинов. Рост капуцинов не более 60 см без учета хвоста. Длина хвоста равна длине тела хвоста, вес от 1,5 до 5 кг. Капуцины очень подвижные обезьяны, они бегают и ходят на всех конечностях. Редко на двух лапах, иногда прыгают. Во время лазания по деревьям капуцин часто пользуется цепким концом хвоста, которым хорошо цепляется за ветки, может повиснуть на хвосте, но не очень долго. В противоположность широко распространенному мнению, все, без исключения обезьяны старого света и подавляющее большинство нового, не могут повиснуть на хвосте и не делают этого. Капуцины хорошо известны своей привычкой натирать мех пахучими веществами для отпугивания различных паразитов. Еще хочешь? Ну, бери, бери. В природе нередко разбивают орехи камнями или отбивают слишком твердые плоды от твердых сучья деревьев. Их голоса полны разнообразных звуков, некоторые из них похожи на пение птиц, лай собак и кваканье лягушек. Капуцины пользуются заслуженной репутацией как одни из наиболее сообразительных видов приматов Америки и в неволе хорошо поддаются обучению. Да, Масенька? Иди, моя девочка. В США существует благотворительная организация, которая называется «Рука помощи». А деятельность заключается в приобретении и обучении капуцинов для последующей их безвозмездной передачи нуждающимся недееспособным людям и небольшой помощи по дому, а также как энимал-терапия. Почему именно эти обезьяны? Во-первых, они небольших размеров. Так, побежал, зачем ты бросила ягодку? Иди, вот смотри, ягодка. Также, в отличие от многих низших приматов, капуцинам внутри своего сообщества свойственны такие чувства, как справедливость, способность оценивать социальное поведение и конструктивная и орудийная деятельность. Это подтверждают многие видеоролики в интернете. Мы и сами уже не раз убедились в этом, наблюдая за поведением Масяни. Да, за поведением наблюдаем, Масяня. На сегодня у нас все. Делитесь нашими видео на своих страничках в соцсетях, задавайте свои вопросы в комментариях, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео, где мы будем вам отвечать. Всем спасибо за внимание. До скорой встречи на нашем канале.